Всем привет, мои дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт. И сегодня мы, по-моему, в 14 эпизоде, скажем так, прохождения игры Dino Hunter Deadly Shores. Это уже 5 регион, и сегодня мы посмотрим серию автоматов и будем, как сказать, убивать доисторических животных из Grand Protector. Вот так это выглядит этот автомат на... полностью улучшенный, чем-то напоминает М4 американский этот, американскую винтовку М4, по-моему, или как она там называется. Опять же, клювик, все дела, но выглядит, конечно, круто. Так, ну, урон 317, 21 патрон. Ну, все, в принципе, хорошо, давайте тогда начнем. Двух молодых гриппозавров. Отлично, продолжаем так. Угу. Четырех диморфодонов теперь. Диморфодонов-то любят все. Отлично. Так, дальше один молодой, кто гуанозавр. Такие есть вообще. Хуаянгозавр или гуаянгозавр это называется, а не гуанозавр точно. Даже название правильно написать не могут. Но динозавр выглядит круто. То есть такие детали, как строение, там костяные пластины и шипы, они все как надо сделано. Так, нужно убить трех молодых троодонов. Вот такой троодон у нас радует, что это теперь не обычный раптор, там как он, велоцираптор, дейноних. Теперь это троодон, он выглядит совершенно по-другому, то есть новая модель. Эй, я не вижу, где они. А, вон он. Ну, также новое окружение тоже радует. То есть такой лес. Что я уже забыл, что было в 4-м регионе, какое окружение. Но здесь оно мне как-то нравится больше. Двух молодых миритериев. Надо убить... Такой у нас миритерий. Если кто помнит, он был в прогулках с чудовищами во второй серии. Если не помните, пересмотрите. Возможный предок слона. Хоть и выглядит как бегемот. Ну, или топир скорее. Нет, не надо. Ну, классно, конечно, но... Не надо. Ну не надо. Так, один молодой барионикс. О, тут есть барионикс, круто. Классно, классно. Хорошо сделан. Конечно, челюсть можно было еще загнуть, но все равно смотрится хорошо. Нифига себе, он крепкий. Так, 6 каудиптериксов. Вот такие прикольные каудиптериксы здесь сделаны. Пернатые, все как надо. Все как надо. Так, где? Кто где?
Последней пулей, ну, типа в ногу, ну, можно и... Может и тело задело, если честно, так мне показалось, что в ногу. Так, 4 титанисов. Титанис это вымершие нелетающие птицы. Да, вот, которые... Конечно, они были больше, но... Хорошо, хоть и таких нам игра предоставила. Так, вот. Здесь... Вот, смотрите, танк. Американский. Времен Второй мировой. Так, промазал. Куда? Классно, в тело. Ну, классно, что награду дали. Так, три молодых гриппозавра, опять же. Сквозь дерево, да, сейчас? Да, сквозь дерево получилось. Ну да ладно. Так, двух молодых опять гуаянгозавров. А не гуанозавров. Вот, смотрите, как он выглядит. То есть, в отличие от других стегозаврит, его костные пластины были такими бананообразными, но здесь они так сделаны. На самом деле, они были просто маленькими и не очень такими, ну, слабо уплощенными. И вот в конце шли шипы, как у кентрозавра, и вот два таких в сторону торчали для защиты. Так, ну что ж. Блин, чуть-чуть осталось. 4 минуты. Ну что ж, ладно, увидимся с вами, когда энергия у меня полностью восстановится. Никуда не уходите. Вы знаете, я решила, что долго ждать? У меня сейчас все равно новый уровень будет, поэтому давайте сейчас одну или две еще серии сделаем, и мы получим новый уровень, и вся энергия восстановится. Так, 4 молодых троодона. Ну да, троодон выглядит лучше, только... У троодона такой же был серповидный коготь, как и у других дромеозаврит, поэтому не хватает когтя, во-первых. Во-вторых, число пальцев гораздо больше, чем нужно. Всего их 3, а не 4 никак. Никак не 4. А, их 4 надо убить. Отлично. Так, 6 диморфодонов. Так. Твою, я испугался, что это было? Хотел пару фраз про лес сказать. То, что деревья какие-то квадратные, и тут он, блин, напугал. Так, сейчас опять же новое животное посмотрим. Псетокозавр. А, здесь его сделали круто. Но лапы, как видите, у него как у троодона, и лапы тоже. То есть, видимо... Когда создали псетокозавра, подумали, а зачем троодону что-то дорисовывать? Давайте вот возьмем все от псетокозавра и просто вставим и поменяем цвет. Давай. Так-то в задницу. Так, 3 меритериев.
Куда? Взял такой, побежал деловой. Деловая колбаса. Так, двух молодых барионексов. Это уже интересно. Еще не все. Ты что такой дерзкий-то? Офигеть. Посмотрите, он, барионикс и танк рядышком. Офигеть. Либо танк слишком маленький, либо барионикс слишком большой. Но барионикс вроде нормальный, так что это танк уменьшенный просто. 5 авирапторов. Также, да, сюда добавили авираптора. Вот такой вот он у нас. Ну, авираптора сделали достаточно хорошо. Так, вот опять я в лесу. Так, откуда они побегут? Вон они. Перезарядимся, может не хватить патронов. Но пока хватает. На, в голову. Хэдшот. Такс. 8 диморфодонов. Мой заплиток не языкается. Промазал. Да что ж ты, козявка. Да ты, блин. Так, еще двое и вот этот последний. Отлично. Четырех гриппозавров. Такой у нас гриппозаврик тут тоже сделан хорошо. Не придерешься. Что? Это я случайно нажал. Как такое возможно? Да, в хвостяру ему попал, все равно и от меня не уйдешь. Так, четырех троодончиков. Первый. Третий. Так, где четвертый или кто там? Ну где он? Он убегает. Ишь ты, козявка. Давай. По сути, она мимо пролетела. Как она ему в ногу попала, боже упаси, не знаю. Так, через 5 минут. Ну, это долго. Так, молодой альбертозавр. Это, значит, последний в серии автоматов. Ну, да, это альбертозавр будет у нас. Классно. Круто выглядит. Мне нравится вообще. Вот выглядит реально как альбертозавр. Скорее даже десплитозавр какой-нибудь. Так. Я успел до того, как они на меня прыгнут. Отлично. Это меня радует. Хвост дрищавый. Ну, немножко. Классная пушечка. Но, боюсь, не хватит. Так, ну что ж. Вот, осталось как раз
3 трофейных серии. Увидимся с вами, когда я накоплю достаточное количество энергии. Никуда не уходим. Ну что ж, вот и настала заключительная часть этого видео, этого эпизода. Это трофейная серия. Так, первый это у нас Хаунд. Это, как я понимаю, это либо Гриппозавр, либо Мутаборозавр. Ну, Мутаборозавра мы еще не видали, конечно. Тонкое обоняние Хаунда помогает ему избегать опасности, когда он поднимает свою безобразную голову и принюхивается. Да, все-таки это Мутаборозавр. Такс. Без проблем прошло все. Отлично. Такс. Давайте полдран. Посмотрим, что он там нам припас. Массивные наплечники полдрана не только защищают его от нападений, также служат и огромными лезвиями, пронзающими плоть. Ну, это почти то же самое, что я рассказывал. То есть его никак не изменили, даже окрас ему не поменяли здесь. Просто здоровенный полдран. Гатор. Последний это Гатор у нас будет. Это такой барионикс, как я понял. Гатор, вожак стада, имеет быстрый и свирепый укус, способный разорвать его жертву на две части. Ну да, это измененный барионикс. Класс. Вот. Это я понимаю, ребята, вот они запарили с окрасом. Это ж супер, вы посмотрите. Конечно, челюсть не закрывается полностью, это они кривовато сделали, но в остальном супер окрас вообще. Здоровенный. Что ты будешь делать? Класс. В дерево вонзилось. Да, мучились с ним, конечно, немножко. Ну, конечно, он здоровый. Уже за 29? Не это. Обойдусь. Отлично. Шикарно. Вот открылась серия луков. Но это еще не конец видео. Давайте посмотрим особые серии. Нужно убить 6 авиарапторов из оружия Solari Voltage, которое нам предлагали там сколько-то купить. Я сказал, что это хорошее оружие, но мне не хватит. Да, давайте. Пробуем. Авирапторов, да? Вот это оружие. Как стреляет? Класс. Хейла просто. Это реально Хейла. Так. Ну вот, над такими пушками они заморочились. Классно. Потом, может, когда будет много золотых слитков, так приобрету. Так, ну давайте купим. Посмотрим, что за лук нам предлагают. Хм, прикольненький такой. Колесики тут вон. Это прям как из этого. Как у Соколиного глаза из, ну, и Мстителей-то. Так. Ну что ж, надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего самого наилучшего. Скоро нужно будет мне уезжать поступать. Там, может, день видео не будет. Там где-то числа 28 на 29. То есть где-то, может, день или два не будет видео, а то и три. Там потом 1 сентября, я не знаю. Ну, видео какое-то время не будет, но я постараюсь все-таки канал не забрасывать.
На нем уже почти скоро будет 1000 человек. Нужно думать не только о себе, еще и о других людях, которые, допустим, меня смотрят. Спасибо вам за лайки, просмотры. И еще раз вам всего хорошего. Увидимся с вами в следующем видео. До скорой встречи. Пока.